Привіт всім любителям спорту! Сьогодні наш тренер Лариса Фомченко підготувала для вас комплекс вправ, які допоможуть привести в форму нервову систему. Добрий день! Короткий комплекс упражнений, который мы предлагаем сегодня вашему вниманию, поможет в полном смысле слова прийти в себя и держать себя в руках в любой ситуации. Более детально промассируем стопы, одновременно разводя их шире между собой, перекатываемся с подушечки на пяточку и обратно. Приблизительно полторы ширины плеч у нас между стопами. При этом наружные ребра стоп, то есть пальчики стоп развернуты чуть-чуть вовнутрь, наружные ребра параллельно друг другу. И все тело подаем чуть-чуть вперед. Прочувствуем всей плоскостью стоп, прочувствуем опору, пол, коврик. И с очередным выдохом, пупочек подтянув к спине, разворачиваем таз на бедрах. И там, где уже под коленка не пускает, просто расслабляем шею, отпускаем плечи, кисти рук вниз. Если чувствуете еще потенциал, спокойно дышим носом, направляем напряжение от корпуса локти в стороны и ребра в плоскость бедер. Таз чуть-чуть вперед по направлению к пальчикам стоп. Спокойное дыхание выдерживаем не меньше 5 циклов дыхания. Один цикл дыхания – это вдох и выдох. И теперь ладошки на бедрах чуть выше коленок. Пальчики рук развернуты вовнутрь. Выпрямив руки, разворачиваем снова таз на бедрах, корпус параллельно полу. И пальчики стоп разворачиваем в стороны. Плечевые суставы от головы, лопатки легли вдоль спины. И толкаем коленки к пальчикам стоп. И теперь расталкивая, вот напряжение от корпуса локти в стороны, расталкивая ладошками бедра коленки, опускаем, разворачивая таз на бедрах, корпус в плоскость бедер, параллельную полу. И теперь вокруг позвоночника разворачивается корпус, левый локоть вниз, правый вверх. Возвращаем. Здесь уже идут развороты плеча в плечевом суставе. И следующий выдох. Правый локоть вниз, плечо развернули, левый направлен вверх, корпус в плоскости параллельной полу и бедер. Хорошо. Не спеша. Стопы толкают пол, выпрямляем ноги. Тож, після виконання цих вправ спокій та рівновага вам гарантовані. І пам'ятайте, всі болезні від невнимання до своєї нервної системи.